как не нужен? Ну так, он пикнул. Вот, сейчас нажал. А до этого ты не нужен. Ну, так, что было-то? А как адаптировать-то? Ну ты что, вот сюда, внутрь, вверх, Саша, вверх. Видишь? Да, Саша, появилась. По часовой. Давай, шаманские танцы. Кручу, верчу, запутать хочу. Не знаю, тут камера идет. А, знаю, да. Видишь, он пикнул? Все, сработал. Все, Махмуд, поджигай. Какая стабилизация, смотрите, друзья. На место встает. Вот как такое уронить дрон можно было, понимаете, да? Все было спокойненько, ну пошли к лесу. Через 5 минут темнеет вон. Лена, ведуха. Ну что, давай в дождь. Да, тихо зависит от... Я говорю, его плавно, зажимаешь, он начинает вертеться, надо плавно. Ну что, друзья, давайте... Давайте вниз. Играют. Не-не-не, просто мы не попали в кадр. Детишки играют. На, сам. Че ты? Мы не попали. Вот этот разворот сюда. Разворот сюда. Подожди, на нас. Давай нашу троицу снимем. Подожди. Ну это, Саш. Ну и все, и вокруг нас поструячили. Он опять будет, понимаешь, в чем дело. Так, нажимаем. Отодвигаем его маленечко, его отодвигаем. Ой, он все с ногами стоит. За голыми летом наблюдать на крышах. Лена, Болеслава, я тебе как муть ее подлечу. Церкву разглядываем. А где прибавлять можно, Саша? Смотри, Саша. Этому своего Эдуарду Ивановичу залети-ка в окно. Пусть кого он упадет. Ты видел, да? Да. Саша, потихонечку ты сам научил. Вот так, ребят. Кругом снег, покажи снега сколько. Поэтому камеру, а у него камера, видите, как, ребята, низко. Чтоб не зарылся он рыльцем в пушок. Ну все. Это говорит о том, что мы что-то умеем, хоть чуть-чуть. Это начало, друзья. Ну и холодно, нас замерзли. Оператор, он уже орет, машину открывай, я побежала.